Всем большой привет. Вышли с Азадой гулять. Сейчас пойдем к Вадиму с Линчем. Погода вообще радует. Смотрите, бабочки летают, красиво все. И хорошие новости есть. Вот наш парк. Со старых видео, кто давно подписан на канал, может быть, помнит. Мы там убирались, все делали. Наш парк начали делать. Уже завезли там горы щебня, песка и так далее. Трактор вон стоит, уже все разгребает. Вот здесь, может быть, видно вот кусочек. Я задач вот обработал клещей, сейчас бегает. А вон кировец стоит. Вот большой желтый. Чистят, убирают уже все. Примерно уже знаю, какой будет парк. Но единственное, что для собак, возможно, опять не будет никакого места для выгула. Но это ничего страшного, будем так гулять вечерами, когда никого не будет. Вон тонны щебня стоят большие. Вот Азадыч мой. Азадыч. Девка. А, девка. На, пулер. На. Давай. Коза. Сейчас пойдем к Вадиму с Линчем. У них там стройка. От Линча недавно забрали невесту. Он снова у нас осеменяет барышень. Куда понесла? К Линчу пойдем. Где Линча зада? Где Линч? Ну-ка иди посмотри, где Линч? Иди посмотри. Где он? Поела, попила и вот решили выйти. Бери игрушку. Игрушку бери свою. Молодец. Пошли. Смотрите, сколько бабочек просто. Это как капустницы, да? Не знаю правильно, как название. Такие красавицы. На цветочках. Чего там, Азада? Бабочки? Азада вся в бабочках. Ну, блин, здорово. Это... косили, короче, ну, спиливали, косили траву здесь. А провода стоят, и чтобы не разрасталось. Наш вход здесь где-то был в парк. Вот здесь вот, кстати, вот он. Может быть, кто помнит, мы всю осень здесь очищали. Вот этот вход наш туда ведет, вот, в темноту. Ты опять бросил игрушку? Ну-ка, иди возьми игрушку, давай. Вперед, вперед, быстрее иди, неси игрушку. Азада, куча запахов здесь вообще. В общем, ладно. Сейчас дойдем до Линча, там будет поинтереснее видео. Будем снимать уже. Стройка во все идет. Интересно, конечно. Ну, я примерно уже знаю, что там получится. Там есть макет, тем более, на входе в парк. И у нас один уже парк такой построили. Вот, лишь бы кинули ей что-то. Такая вообще. Куча бабочек. Просто вот они мелкие, их немного плохо видно. Летают вообще прям очень много. Я задач. Довольная девка. Наконец-то вывели. 3 дня выходных, я полностью твой. О, какая-то птичка бегает большая там. Не знаю, как называется. Игрушка в зубах, все довольная. Все, остановлю видео. Пойдем до Линча. Хотел заснять, как бегу, когда она думает, что у меня игрушку заберу и поднимается. Сейчас заберем. Вот он. Давай, побежали к Линчу, побежали. Так вот. Бегаем с собакой. Тут наши алабаи зимой, которые лаяли все время. О, это один из входов, может быть, помните. Видео, где было, где мы зимой шли туда, и вот здесь эта вся съемка была. Давай, девчуха. Нам с ней, в принципе, и поводок не нужен. Мы вот так ходим. Вместо поводка. Забери, забери. Вот так вот и идем. Я задал.
у нас команда рядом. Азада, в принципе, неплохо ходит рядом. И без поводка, но тут... Все, брось! Молодец. Молодец, иди гуляй. Иди вперед гуляй, иди. Молодчина моя. Неси. Там люди будут лучше. Возьму за поводок ее, потому что мало ли напугают. Одно удовольствие ходить с умной собакой, которая тебя слушает, понимает, что ты ей говоришь. И нормально себя ведет. Проходят люди, ездят на велике, а зато спокойно идет. Никому не подходит, никого не трогает. Умница. Нельзя там. Пошли, пошли к Линчу. Уже подходим, чуть-чуть осталось. Красивый такой парк. Это беговая дорожка у нас. Вот сколько я здесь живу, столько этот парк и существует. Дала сзади команду рядом. И вот, как видите, без поводка. Идем отлично. Давай, вперед! Все, что я от нее ожидал, все, что я от нее хотел, я получил. С самого детства это была цель. И, в принципе, эта цель достижима. Мы уже достигли, я считаю. Единственное, что не можем еще совладать с радостью. Когда я прихожу, или приходит мама, или брат, у Азады буквально сносит крышу. У нее радости полные, как говорится, штаны. Бегает, прыгает, быстрее вы ее погладили. И надо не просто погладить, надо обязательно обнять. Нельзя это нюхать. Пойдем. Собачка тут маленькая бегала. Убежала. Вот. Обязательно. Чуть ли не требует, чтобы ее обняли. И только потом успокаивается. Тут, как всегда, грязно везде. Свиньи выкидывают все. Если бы, я думаю, в стране ложили бы побольше баков мусорных, ставили, такого бы не было. Люди бы хоть чуть-чуть доносили свой мусор до мусорки. Еще полтора метра и в дом. Пришли, в общем. Стройка полным ходом идет. Это Вадим. Соседи тоже строятся. Линч на подмоге, да? Линч помогает. А? Линч помогает. А какого числа невесту забрали? Вот 30-го. Вот Линч. Иди сюда, мужик. 31-го получается. Так, куда? Да, поташи, это обсыпают землю. А задай сюда. На, пошли сюда, зад. Иди, пошли. Тоже бабочек куча. Вот он. Иди так, где Линч? Где Линч сюда? А, Линч. Волосатый. На. Хорош. Толстяк. Оттекла, оттекла, нюхаешь. Это тебе нельзя. Бык-производитель. Какой же огромный пуховик. Че у нас это? А? Красавцы. Че, жарко-то? Птички поют, маленькие тучки летают. Отошли от Линча с Вадимом. Не будем мешать стройке, пускай строится. Цветочков вам немного красивых в камеру. Понюхай цветочки. Можешь? Ага, понюхаешь, сожрешь еще. Гуляет. Завтра выйдем с кем-нибудь еще погуляем. Азада оттекла, от клещей обработана.
бояться, переживать ни за что. Пойдем с кем-нибудь еще погуляем. Закончу съемку на этом. Хоть немного, да мы показались. Не хочется забрасывать YouTube, поэтому хотя бы так, пока есть возможности. Что такое-то? Что это такое, а? Что это такое, вредина? Почему я твои игрушки несу, когда у тебя есть зубы? Неси сама. Вредина. Все. Всем пока.